котором глэмпинги и не только пройдет в Подмосковье с 24 по 26 июня. Представители туризма, бизнеса и власти обсудят потенциал глэмпинг-проектов как драйверов развития туристической и экономической отраслей страны. В рамках форума на площадке парка Малевича развернется масштабная выставка производителей глэмпингов и кемпингов. Состоятся деловые и развлекательные мероприятия. Гости и участники форума смогут обсудить тренды развития глэмпинг-проектов на стыке туризма и бизнеса, подискутировать о возможностях и мерах поддержки со стороны инвесторов и государства, наметить стратегии и перспективы развития, обсудить органичное встраивание проектов в экономическую и туристическую сферы развития России.